Здравствуйте, ребята! Познакомьтесь, это кот Том. А это котик Тим. Том и Тим будут вместе с вами учиться различать звуки Т и Ти. Итак, звуки Т, Ти. Оба согласны, потому что мы произносим их с преградой. Оба глухие, потому что мы их произносим без голоса. А отличаются эти звуки тем, что звук «т» твердый, а звук «т» мягкий. На антенну «т» похоже. И на зонт как будто тоже. Посмотри внимательно на букву «т». На что еще похожа буква Тим хочет показать вам, чем он любит заниматься. Поиграем с Тимом. Я буду говорить слова действия, но не полностью, а вы добавляете к этим словам действиям звук «т». Тим любит играть. Значит, он играет. Тим любит сидеть. Значит, он сидит. Тим умеет ходить. Значит, он ходит. О, Тим говорит, что Том любит лежать. Значит, он лежит. Тим любит кушать. Значит, он кушает. Тим любит спать, значит, он спит. Молодцы! У вас отлично получается. Том приготовил для вас задание. Послушайте задание. Я буду говорить слова предметы, но не полностью, а вы добавляйте мягкий слог «тик». Зон. Бин. Лис. Бан. Ко. Том и Тим очень любят покушать. Том любит продукты, в названии которых звук слышится твердо. А Тим любит продукты, в названии которых звук слышится мягко. Расскажи, кто съест сметану. Кто любит
Бутерброд. Кто любит тыкву? Кто любит тефтели? Подумай внимательно и расскажи, кто любит тортик? Все верно. Тортик любит и Том, и Тим. А сейчас посмотри внимательно, вспомни и расскажи, что любит Том, а что любит Тим. Вот котята, шалунишки, любят играть в прятки. Посмотри, куда спрятался Том? Где Том? Где Тим? А сейчас где Тим? Помоги котятам собрать клубочки в корзину. Для этого поставь паузу и прочитай слоги. Oh.